Доброе утро. Вы на канале Аким69. Волосы становятся все больше, перестаю бриться. Это значит, что настроение отличное. Почему? Потому что мне лень бриться, а хочется только тренироваться. Еще немножко покушаю и сразу же на тренировочку. Есть еще пару новостей, о которых бы хотелось рассказать и о них поговорить. Но сложно, когда можно говорить только как-то поверхностно, но нельзя пока что вдаваться в подробности. Но новости хорошие. Такая есть одна новостейка. Вот. Любители Арма обрадуются. Подписчики, которые прям смотрят армрестлинг, тоже обрадуются. Многие люди, которые хотят, чтобы я все-таки кому-то уже нормально, красиво проиграл, а возможно даже и выиграл, тоже есть такие новости. Прям максимально поверхностно. И от этого возникают много вопросов, на которые пока что я не могу вам ответить, потому что выдам все карты козыря будущего. Что сказать, готовимся, кушаем. Как выглядят руки утром? Маленькие, немного залитые, немного залитые руки. Погнали. Сейчас доставку приму и с вами побуду. Приятный Ильдар. Спасибо. Некоторые думают, что я кушаю на камеру ради того, чтобы все люди видели и знали, как я питаюсь. Но на самом деле я это делаю для мамы, которая смотрит ролики. И если она видит, что я кушаю, то она рада. Радуйте маму. Долго. Сегодня кушать как-то глобально сильно таки не хочется. Из-за того, что сегодня кисти, надо покушать. Надо. A few moments later. И все. Просто пока расскажу. Короче, так, из разрешенного, что можно вам показывать, что не будет никак на рекламу действовать. Короче, витамин С, флекс, жестоп, потом артофлекс. Это просто попробовать по рекламе. Омега-3. И все. Так и выживаем. Юный набор армрестлера. Таблеточка растворяется. Мы ждем. Мир юного химика, но разрешенного. Флекс, омега и витамин С. Приятного. И все. Перед тренировочкой протеинчик, и можно присяду? Да. Сколько поднимаешь? 20 килограмм. Да это я вижу, я про приложение на телефоне. Бэтбум, да? Да, хочешь расскажу поподробнее про него? Давай. Погнали. Бэтбум – это надежный букмекер, лучшее мобильное приложение на премии «Спорт и Россия» 2023. В нем тебя ждут самые высокие коэффициенты и кэшбэк до 10% каждую неделю.
Слушай, а на какие события можно ставить? В BetBoom широкая линия ставок и топовые спортивные события на каждый день. Например, уже 1 декабря пройдет матч по футболу, где в чемпионате Италии встретятся Монца и Ювентус. А чтобы было интереснее болеть, я сделаю ставку на победу Ювентуса с приятным коэффициентом 2.04. Так что ставить можно на все, от футбола до киберспорта. А бонусы есть? Конечно, переходи по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйся за 15 секунд у моих друзей из BetBoom и получай 1000 фрибетов по моему промокоду AKIMBA69. Так, ну все, я побежал. Куда? Как куда? Открывать увлекательный мир вместе с BetBoom. Тренер. Я прям подразминул. Настроение пока что хорошее. Пока что не... Ну, я сейчас говорю, настроение пока что хорошее. Понял. Ты мне его уже испортил, да? Вот этим вопросом, да. Вот. Сегодня кисти. В кистях много травм, много растяжений. И чтобы избежать всего плохого, нужно прям хорошие кисточки размять. А потом уже будем потихонечку начинать. В данный момент я делаю растягивания. Вот такие и вот такие. По избежание травм точно размять все хорошо. Потому что у меня недавно был вылет кисти. И очень страшненько, если она еще раз вылетит. Какой план? Понял. Первое упражнение. Кисть с упора. Объяснять сильно не буду, но буду делать. Пойдем, я думаю, сразу блок. Начинаем с упора. Let's go. Подход первый. Данное упражнение, возможно, будет и большим, возможно, будет и маленьким. Стараюсь снимать все, но в голове хочется почему-то только большие веса. Но уверенности такой сильной нету. А ты сегодня со мной? Все, тренировка испорчена, я занимаюсь сегодня не один. Чтобы не травмировать кисть, делаем все постепенно и долго. Вот. Упражнение любимое, да, но нужно себя чувствовать тут замечательно. Первый подход был пустой гриф, второй подход десяточка, сейчас будет двадцаточка. И постепенно-постепенно постараемся сегодня сделать большой вес. Короче, делал подход, кисточка правая говорит, ща улечу. Когда-нибудь я для вас сниму нормальную тренировку, но, возможно, не сегодня. Но сегодня у меня хорошее настроение. Надеюсь, даже если хрустнет кисть, то будет тоже хрустить. 40 килограмм в технике таглана. А это значит, в любой длительности. А это значит, что нужно просто поднять. Подключаемся к левой. Больно? Вот примерно вот это мое лицо. Меняю тренировочное название. Готовлюсь на армфайты.
всех половину пошел. Левая чисто на один пальчик. Ох, если говорить о ясности, 9%, ёпш. Немножко говорить, правая идет, левая нет, но так как мы работаем в Тарлане, просто левой и правой рукой помогаем, и левая делает. Да. Все, за блок. А? Блок. Блок. Идем собирать силу в технику. Каждый раз не понимаю, о чем он говорит. Да, я тоже не сходу полностью говорю. Но каждый раз он когда говорит, его так много слушают. Друзья, немножко отвлеку вас от просмотра данного видеоролика. Хочу вам рассказать о сывороченном протеине от компании Neva Nutrition. Полезные свойства whey-протеин. Набор мышечной массы, поддержание физической формы, замена вредным перекусам, похудение и контроль веса, восполнение нормы белка. У Neva Nutrition есть всеразличные вкусы. Попробуйте все по ссылке в описании. Сыворочный протеин от компании Neva Nutrition. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Следите за собой, следите за здоровьем. Fathead номер 2. Так есть же блины, Макс, я не понимаю, зачем ты это делаешь? Их же потом убирать. Да я это знаю, но я тебе говорю не о том, что ты уберешь, просто сам факт. Ну просто это же не маленькие, не удобные. Просто эти блины не по 5 килограмм. Потому что они все потрескавшиеся и какие-то ебаны. Ладно. Я иду нахуй, хорошо. Ты же я же не говорю, Кирилл притащи. Да, типа понял, не просто типа взял, а именно чуть-чуть вот именно вот под нее. И типа вот прям понял, типа твоя верхушка, чтобы она вот туда вот идет. Короче, чуть-чуть делай вид, как будто бы ты берешься за ножку, по которой мы с тобой догадались. Помним правила. На блоке 50 килограмм. В голове это не делим, потому что мы будем слабые. Ты куда движение отвести пойдешь, туда и работаешь. Этой ручкой только одно движение, вот себе. Старайся не вниз ее туда, а поверх. Да, да. Пониже ты теперь не помогаешь. Я на поверхку нахожусь. Раз лучше правый. Да. А у меня наоборот правая. Левая прям поверху, прям даже знаешь, угол вообще не падает.
Осталось добавить еще 30 килограмм, тогда я буду делать хотя бы что-то. В моей голове ты должен перед Рафайзом делать 130-120. Да ебись. В Атланте на 8 часов. Сегодня тренировка, завтра отдых, а послезавтра посмотрю со старта, может. Сейчас приятная забитость. Чисто вот. Очень. Да. Опасно? Заниматься. Хорошая дрюшка, кистей, да. Белок. Это было 80. Че, не буду долго вас томить. 90 килограмм. Как понять, что ты забился? Рукав еле слазит. Не знаете, как тренироваться дома и пробивать свои мелкие мышцы? Яйцо дракона. Большие пальцы закрой. Большие пальцы закрой. Вот. Жди меня, Ларри Вилс. Никто не верил в нее, но за полтора года она медленно залечивала своими к одному. И сейчас она вернулась. Обновленная лево. А кисть добавить. Она после удержания сказала, так это была стадика. 90. Хоть 45, сука. Короче, кисточки на блоке за конусом мы закончили. Сейчас переходим на ручку с лямками. Сейчас Кирилл пробивает верхние этажи. Пробует, смотрит веса. Ну и заново спускаемся к маленьким, потому что ручка блевотная. А кисти уже забились. Вот такая вот. А можно говорить? Эфода чао. Бела чао, бела чао, бела чао, 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 эфео мио. Забились кисти. Здесь не нравки. Ведь она, нет, она. Ох, она. Уважение плюс 100. 15. Да. Жду момент, когда я тебе скажу «Здорово, бро!» и нас было не было. Знаешь, потом типа я уезжаю в Индию, у тебя все заебись. Через полгодика такой «Братик, привет!» Когда мужчина полностью хочет отдаться тренировке, вырезать. Но для первого монтажа оставить. Реально, я не могу делать, я вот так. Нет, вот делаю. Нет, скажи, какой вес, я не понимаю. Оставить одну черную пятерку. Все, вот так. Сколько ты начал? 30-40. С блоком? Да. 40 на 8, потом 50 и сколько? Ты ее заносишь очень высоко. Да. То есть у тебя стартовое положение вот тут, и вот ты стоишь. Забери его сюда прям, спину включи, чуть-чуть опусти, чтобы линия была. И отсюда.
Делаешь? Вау. Мы все еще продолжаем стоять за блоком. Ну, как я понял, если арнфайт будет, то арнфайт будет в октябре. В октябре? В октябре. В октябре? Через год? Ой, декабрь. Два, три. Дамы и господа, следующая отработка. Давай, меня снимай. 30. А следующее мы будем делать. Пальцы. Пальчики. Кто смотрел выпуск про ручки, ссылка в описании. Вот там она есть. Ты накинь теперь, что я там вообще лох, что ли, такое. Я хотел просто сказать, кто-то думает, что армрестлинг – это интересный вид деятельности, но мы делаем на самом деле все основное. Это работа за блоком. Возможно, скучная, возможно, муторная. Че, ебала, я говорю, сними мне вес. Че ты? А, я думал, ты... На камеру, конечно. Снимай, снимай. Да-да-да. Варикоцелька. А ты сколько делал? 40? Да. Будешь 50? Да. Все, пока. Неинтересно, как я делаю. Пока. Можно я попробую? Можно попробую? Да. На каком уровне наша слабость? Все вы спрашиваете, сильные ли мы? Чемпионка по кикбоксингу. Мира. Красавчик, привет! Кто знает красавчика, пишите красавчик в комментариях. Я что-то не понимаю, я не буду ничего писать. Определенный момент есть, и она просто отключается. Может, суть такова, качайте только большой палец. Знаешь, как идеально сделать эту ручку? А. Вот она, максимально. Мы придумали новую фичу. Многие спросят, для чего мы так делаем? Чтобы работали пальцы, и отдельно, когда мы заворачиваем пальчики, у нас еще идет давление большим пальцем. Даже неосознанно, он просто двигается наверх. И если его сдерживать, то это будет сложнее, да. Но работа идет лучше. Мир, это раджма. Все. Почти. Да я не умею на камеру говорить. Ну нет, намного лучше стало получаться. Напишите в комментариях, уже лучше разговариваю или так же? Следующее упражнение у нас... Яйца дракона. По минуте. Бля, если честно, мне тут больше подходит. Чего? Мне тут старое упражнение больше нравится. Да, но мы даем ему отдохнуть.
Я там, знаешь, типа, сейчас так и так будет 10. Голову отрезала. Кстати, вот, кто сказал, что будет хороший работа? Как называется? Яйца. Как называется? Яйца. Кокки дракон. Не, а подожди, а вот это что будет тогда? Яйца. Следующее упражнение делаем вис на пальцах. Рассказывать лень, но вы сейчас увидите это и так. Лучшие ручки у Татраза. Бля, хамуха. Раз по 8 из тачек. Я понял. Я все подходы снимать не буду, но вы поняли, в каком ритме это будет. Это называется клык дракона. Клык? Да. А почему? Два клыка типа. У нас есть уже когти, когти дракона, яйца дракона и клыки дракона. Вот так. Сейчас будет бег. Побегаю, немножко начну, чтобы это было. Ну и бегать надо. Самое главное, я не забыл, это наушники. Тренируемся и кайфуем. Бегал, идем домой. Немножко слов. Настроение отличное.